Починаючи з 2008 года, 2 красавіка во всем свете означается день распространения информации о проблеме аутизма. Это психическое расстройство, звичайно, проявляется у детей у 3-годовом возрасте. Аутизм характеризуется дефицитом социального контакта, обмежованными интересами и однотипными повторальными деяниями. Что является причиной его возникновения, неведомо. Аутизм не вылечивается полностью, але его проявление корректуется специальными методиками. Осознание, что у тебя в семье необычный ребенок, это совершенно по-другому начинается жизнь, совершенно с нового листа, совершенно понятие принятия этого заболевания. И жизнь пошла намного сложнее, чем у обычной мамы. Обычные сборы в школу, они тяжелее, потому что аутические спектры проявляются ежедневно в каждодневных бытовых вещах. И маме с таким ребенком сложнее все это делать. У Гомеля мероприемство, примеркованное до дня распаўсюджвання информации по аутизме, прошли у Центра инклюзивной культуры. Гостей чакали гульневые зоны и концерт. Усе глядачи отримали синие поветренные шары, которые потом могли запустить у неба у знак солидарности. Дарэчы, синий колер, как символ аутизму, обраны не выпадково. По статистике, аутизм сустракаются у хлопчиков амаль у 5 раз частей, чем у девчинок. Еще одним символом аутизму лечится пазл.